Ксения. Сегодня я проведу интересный мастер-класс по росписи лампочек. Для этого нам понадобится вода, ножницы, две лампочки, фетр, кисточки, палитра, акриловые краски. На всякий случай еще у нас будет гуашь и клей. А что мы сегодня будем делать? Мы сделаем из одной лампочки собачку, а из второй мы сделаем воздушный шар. Для первого мастер-класса мы возьмем одну лампочку и возьмем коричневую акриловую краску. Краску мы выдавим на палитру. Берем кисточку и начинаем расписывать лампочку. Мы раскрасили лампочку. Теперь нужно время, чтобы она подсохла. У меня она уже высохла. И сейчас мы начнем делать мордочку. Для этого нам понадобится черный, охра и белый цвет. Если у вас не хватает белой акриловой краски или какого-либо другого цвета, вы можете использовать гуашь. Теперь мы переходим делать ушки для собаки. Для этого нам понадобится фетр, либо другой какой-нибудь материал. Мы можем использовать цветную бумагу. Вот такая вот у нас интересная собака получилась. И теперь мы переходим делать воздушный шар с помощью второй лампочки. Для этого нам понадобятся яркие цвета, например, зеленый, желтый, красный или малиновый. Корзинка будет располагаться в нижней части лампочки, и раскрасим мы ее коричневым цветом. Мы расписали наш воздушный шар. Он должен немножко подсохнуть, а для того, чтобы придать ему законченный вид, мы воспользуемся ленточкой.
нас получились. Но помните, что такими лампочками пользоваться нельзя. Всем большое спасибо за мастер-класс. Пока-пока.